Всем привет! Сегодня будем собирать Армстронг вот в этом просторном помещении. Для начала отстреляем потолки. Отстреливаем уровни лазерным уровнем. Делаем небольшие чёрточки карандашик. Дальше прикручиваем уголки по периметру. Рисуем будущий потолок, распределяем лампы и смотрим, чтобы не оставались слишком маленькие кусочки плит Армстронга. Прикрутив армстронговские уголки, размечаем и крепим подвесы. Подвесы для направляющих. Подвесы мы накрутили через кажется 20 см друг от друга. Вот и все. Уголки прикручены, подвесы насверлены. Дальше будем собирать каркас для армстронговских плит. Отрезаем ненужную часть от направляющей и вешаем на подвес. Установив направляющие, вставляем 60-е и 120-е профиля. Мы частично закидали плиты Армстронга, чтобы выровнять каркас. Дальше занимаемся подвеской. Вот какой получился у нас потолок из Армстронга. Закидали оставшиеся блины, подрезку сделали и закидали лампы. Вот такой потолочек у нас вышел. Ну вот и все, друзья. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем добра, пока.